Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа в рамках месячника гражданской обороны провел учебно-тренировочные занятия для детей. Спасатели рассказали о методах быстрой и безопасной эвакуации из зоны возможного заражения, а также о порядке действий при воздушной тревоге. В ходе практических занятий они показали, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, в частности, противогаз.